Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Жук 2011 года выпуска. Двигатель 1.6, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 80 тысяч километров. Подтяну ручной тормоз. Рычаг поднимается очень высоко. Держит уже практически на самом пределе. Поднимаю автомобиль и смотрю, как сзади можно подобраться до регулировки развода колодок. Поднял автомобиль, снял колесо, снимаем вот эту заглушку резиновую, поддеваем ее. Проворачиваем вниз, и вот внизу, где вот он, если посмотреть, сейчас камеру приопущу. Передаст она, не передаст. Вот есть собачка. Я сейчас разберу со второй стороны и покажу уже в открытом виде, как это выглядит. Вот собачку я поворачиваю вверх. Докрутился до упора. Все. Вот он, диск зажатый. Теперь я ее проворачиваю вниз на пару оборотов. О. Все, у нас колесо спокойно крутится. Здесь колодки развести ручника больше времени занимает снять и поставить колеса. А как выглядит внутри, я сейчас со второй стороны покажу, разобрал специально. Вот так выглядит этот механизм сам. Надо еще камеру ниже. Вот у нас собачка, она здесь сверху пружинкой просто фиксируется. И вот мы ее вот так вот разводим, раскручиваем. Колодки у нас расходятся. А в обратную сторону потом немножко ее сворачиваем. Но сейчас я сведу также. Диск одеваю, регулирую как на той стороне, и потом уже проверим, сколько щелчков у нас будет на рычаге в салоне. Все, диск зажат, притом я его не сильно, я только подвел. Один оборот делаю, он закрутился, но шоркой. И делаю чуть-чуть еще. Ну, здесь быстрее всего диск стоит неровно, потому что он не может в одном месте не шоркать, в другом месте шоркать. Ставлю на место суппорт. Суппорт у нас прикручен двумя болтами сзади, головка на 17. Это я его снимал, только показать, как оно у нас выглядит внутри.
Идем проверяем в салоне. Хозяйка автомобиля много курит. Все. Вот. А до этого он аж приподнимал подлокотник, и машину можно было скатить. Все. Ну, сейчас, если взять вот так вот. Вот я чуть-чуть подтянул. Все. Автомобиль стоит. Легко и просто подводится ручник. На этом все. Регулировку ручника я закончил. Всего вам доброго.